Художников РСФСР за 15 лет. Первый зал. Здесь собраны полотна соцстроительства. И наиболее удачные портреты Сталина и Ленина. Бродский. Ленин с Смольным. Картина большого мастера Кончаловского с ярмарки. Павел Кузнецов, партизаны в Фергане.
Родительское полотно Петрова-Водкина «Смерть комиссара». В заключительных залах молодые советские художники. Дейнека «Оборона Петрограда». Богородский, Рязкий, Шагал и другие. Разными творческими путями советские художники идут к высокому стилю социалистического реализма. Энергичная подготовка к выставке имени съезда. Художник Комаров заканчивает портрет ударники метростроя. После 3 лет работы на Урале Евгений Александрович Львов пишет картину «Доменный цех Магнитогорского завода». Монументальную фигуру «Ленин», предназначенную для новых колхозных городов, покажет на выставке скульптор Алешин. Изогиз также деятельно готовится к съезду. Заканчивается печать нового плаката художника Дени «Сталин». Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. Когда веселее жмется, работа стоится.
искусств, художник-орденоносец профессор Бродский заканчивает картину «Товарищ Ворошилов на лыжах». Заслуженный деятель искусств, художник-орденоносец профессор Бродский закончил новый портрет Серго Орджоникидзе. Портрет будет показан на выставке «Индустрия социализма». Произведений знаменитого русского скульптора Антокольского. Все лучшие работы величайшего мастера реалистического искусства представлены здесь в оригинале. Иван Грозный, бронза. Мефистофель, бронза. Сделать пылью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше стремим мы полет наших птиц. И в каждом пробеле ряды ши спокойствие наших.